Если в Токио не будет результата, никто в спорте из функционеров и чиновников больше не задержится. Поэтому вы подумайте, прежде чем туда ехать главными тренерами, советниками, специалистами, массажистами, врачами и прочими чиновниками, стоит ли вам туда ехать вообще. Потому что если вы туристами туда съездите и вернетесь ни с чем, лучше в страну не возвращайтесь. Это я вам говорю как президент страны, а не руководитель общественной организации. Понимаете меня как хотите.